Здесь я вот прошел торнадо. Выламывало веток много. Тут ремонтные всякие работы. Куча техники всякой понагоняли. Здесь прошло торнадо, столько деревьев повалило. Здание торнадо окна повыбивало. Такое здание. Вот едем по хайвею 44-му. Сейчас тоже будет это здание, которое попало в эпицентр. Торнадо.
дальше уже вроде здесь хорошо, ничего такого нету.